на какую-то фотографию. Нет, 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 погоди, погоди, слышишь? Читает что? Молитву? Какие-то непонятные слова. Всем привет, ребята, меня зовут Ирина Ясинская, и в комментариях под моими видео вы пишите, что соскучились по вызову духов. И вы знаете, недавно я смотрела видео на канале Димы Масленникова, где он ночевал в доме у ведьмы, и ведьму эту звали Марфа. Так вот, я подумала, почему бы мне не призвать эту самую ведьму Марфу сегодня вместе с вами. Так что, ребята, видео так, скорее всего, и будет называться, что я вызываю дух ведьмы Марфы в 3 часа ночи. Итак, наша старая добрая спиритическая доска, доска Уиджи, которая уже немало духов впустила в этот мир. Вы знаете, я рассказывала про спиритические доски на своем втором канале Ясинская Пэтс. Так что, если вам интересно, как работает портал между мирами, то есть именно вот эта доска, есть еще очень много других порталов, но спиритическая доска, доска Уиджи, как ее называют, еще одна из вариантов попасть как в тот мир, так и из того мира к нам. Об этом подробно я рассказываю на втором канале Ясинская Пэтс, так что, если интересно, ссылочку оставлю в описании. Ну, а меня снимает мой оператор Дима, и мы приступаем. Ничего сложного, мы прикладываем кончики пальцев к планшетке и произносим 3 раза. Марфа, приди. Марфа, приди. Марфа, приди. Здесь кто-нибудь есть? Давайте еще раз попробуем. Марфа, приди. Марфа, приди. Марфа, приди. Чего не получается? Марфа. Еще я знаю про то, что через планшетку, то есть планшетка тоже является неотъемлемой частью спиритической доски, и если посмотреть вот в это око, которое в отверстие в планшетке, то можно увидеть призрака. А в данном случае я надеюсь увидеть Марфу. Мы возьмем с собой вторую камеру. Если первая вдруг не сможет заснять призрака, то, возможно, получится у второй камеры. Марфа? Марфа, скажи, ты пришла в мой дом? А может попробовать прям вот так вот? Чтобы, если что, возможно, камера увидит. Марфа, ответь нам, ты здесь? Марфа, ты тут? Стой, подожди. Я что-то слышу. Черт, что за чертовщина? Шаги. Ты дверь закрыла? Да все закрыто. Марфа, это ты? Мы знаем, что это ты. Смотри в коридоре. Никого. Послышалось, что кто-то ходил в коридоре. Нет, 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 погоди, погоди, слышишь? В комнате что-то читает молитву? Какие-то непонятные слова. Подожди, что? Что? Это из нашей комнаты. Марфа! Ответь, это ты? Слышу. Я ее слышу. Она в комнате. Она в комнате, слышу. Может быть. Что за чертовщина? Она в комнате что-то читает. Короче, заходим и снимаем ее. Марфа! На счет 3 мы зайдем к тебе. Марфа, ты тут?
Ты нас слышишь? Готов? Да. Раз, два, три. Блин, нам не могло обоим показаться. Ты реально слышал, что... Что это здесь? Давай все проверим. Может быть, это просто шумело колесо? Ребят, кстати говоря, я хотела вас познакомить. Это новая спиритическая доска или новый портал, через который мы будем вызывать духов. На этом чертовом колесе расположены руны, которые имеют различное значение. Эта стрелка указывает на те руны или на первую букву слова, которое должен нам передавать потустороннего мира какой-то дух или призрак. То есть это опять же... Крутила ее уже? Нет, я еще не гадала. Я хотела как раз сегодня, если не получится с Марфой, попробовать вызвать Марфу через это чертово колесо. Так, давай еще раз попробуем покрутить колесо. Давай, ребят, посмотрим. Здесь у нас еще книга тайн. Слушай, прям слышно было, как будто она здесь что-то читала. Может быть, она читала какое-то заклинание из этой книги? Давай проверим книгу. Ребят, это книга мертвых. Кто помнит про нее, поставьте лайк, ребят. Вы знаете, что с этой книгой связано очень много разных мистических историй. И мы очень много заточили в эту книгу духов. И эта книга вообще очень священная. И теперь она у нас стоит вместе с чертовым колесом, с колесом предсказаний. Здесь и Бабадук. Что ей нужно было? Марфа, походу, листала эту книгу. Она кого-то ищет, она что-то хочет. Может быть, она что-то искала. Давайте перелистнем на последние страницы. Книга. Слушай, это кто? Это она? Как она выглядит? Слушай, походу... Ну, Марфа, старушка, как ведьма. Это похоже на ведьму. Может, она читала вот эти иероглифы и искала их. Здесь? Я не знаю. Слушай, походу, это она. Похоже на ведьму. Она? На Марфу. Еще давай посмотрим. Ого. Слушай, похоже на нее. Ого. Ты помнишь, как она выглядит? На кого она похожа? Ну, на... Ну, а старушка... Ну, она обычно... должна быть старуха, ведьма. Как баба-яга, что ли, я не знаю. Давай еще посмотрим дальше. Очень вот эта женщина... На нее похож? Напоминает, да, эту ведьму, Марфу. Слушай. Подожди, это один в один ее лицо. Это разные все, мне кажется. Это ее родственники, что ли? Может быть, это поколение ведьм? Ведь ведьма передается по женской линии. От ведьмы к ведьме. Дар. Она пыталась кого-то оживить. Я не знаю, но я четко слышала, что здесь читались какие-то заклинания на непонятном языке. В принципе, можно при замедленной съемке попробовать перевести то, что она говорила, на русский язык. Если это вообще возможно. Потому что мне очень вообще непонятные были какие-то слова. Самое главное, что она тут хотела. Она крутила или не крутила колесо? Она, может быть, возможно, она его крутила. Кого-то вызвала. Но вот этих изображений... Ого, видал, этого не было. Смотри, здесь руны нарисованы. Дом, дом этой ведьмы. Чё-то она явно здесь колдовала. Смотри, вот эти руны и значения, которые на нашем... Она хочет, чтобы мы призывали духов, наверное. И она нам сделала расшифровки этих рун. Подожди, надо все комнаты посмотреть. Где она? Где? Где? Чёртова ведьма, она кого-то вызвала. Кого она может вызвать? Ты чё гонишь? Марфа! Мы знаем, что ты здесь. Посвети на ту дверь. Где? Ты её видишь? Нету. Марфа! Подожди, у нас... Чё делать? У нас это закрыто на замок. Не слышу. Что хочешь сказать, она на кухне? Ложки, ложки. Где у нас? Звук ложек, слышишь, ложки? Подожди, не открывай дверь. Мы должны ее заснять.
Марфа! Подожди, она убежит, надо узнать, что она хочет. Давай подсмотрим за ней. Давай медленно, медленно. Давай подсмотрим, ее. Подсмотрим. А то она убежит. Сейчас. Ты ее видишь? Она там. Да. Что она делает? Она молится на какую-то фотографию. Марфа, она что-то ходит. Там висит ее портрет. Она повесила свой портрет у нас. Она совершает какой-то обряд? Да, она что-то делает. Она что-то мажет там. Она что-то мажет чем-то красным, я не знаю. Подожди, может быть, она хочет остаться в нашем мире навсегда? Я не знаю, она пишет свое имя. Она написала подожди, имя Марфа. Подожди, не заходи туда. Надо закончить обряд. Ребят, вы видели Марфу у нас дома. Это просто невероятно. Но сейчас мы должны попрощаться с этим духом, иначе она останется здесь навсегда, ребята. И давайте скорее уже завершим этот обряд. Марфа покинет этот дом. Марфа покинет этот дом. Марфа покинет этот дом. Шторки. Шторки шатаются. Ты видишь, или меня глючит уже? Сын. Прощай. Ушла? Надо проверить, что там. Я не знаю, пошли и посмотрим, что она там натворила. Вот. Она повесила эту фотографию и пометила дом крестом каким-то. Где она? Она обращалась. Вот, вот следы. Она оставила след. Вот видишь, я тебе говорила про имя Марфа. И какие-то следы. Слушай, это какие-то следы. Ну-ка. На что это похоже? Пахнет кровью. Это какое-то специальное какое-то вещество? Нет, 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 не трогай. Оно может быть отравлено. Фу! Ну и гадость. Такое ощущение, что это просто отвратительно, омерзительно. А это на столе. Смотри, здесь кресты, она... Это защита, это что она хотела? Я не знаю, что она здесь делала. Она провела какой-то обряд тут. Не дай бог, она еще здесь останется. Ну, вроде мы завершили обряд, не должно ничего случиться. Я надеюсь, что она ушла отсюда. Ребят, я надеюсь, что Марфа не призвала никаких других духов. Мы будем это обязательно проверять на нашем чертовом колесе, колесе призраков. Это еще один метод открыть портал между мирами. Но я надеюсь, что мы избавились от Марфы. Все, ребят, с вами была я, Ирина Ясинская, и мы расследуем мистику. Всем пока!